Угол приглашается представитель Таджикистана Юсупов Теньшот. Красный угол приглашается представитель Кыргызстана Мусаев Адилет. Бойцы в октагоне, я готов представить их вашему вниманию. В синем углу боец, представитель Таджикистана, вес 71 килограмм, рост 183 сантиметра, возраст 21 год, мастер спорта по ММА, чемпион Таджикистана по панкратиону, чемпион Таджикистана по ММА. Профессиональный рекорд, 1 победа, 0 поражений. Представляет команду Муахир. Тренируется под руководством Кандова Рахмедина. Встречаем бурными овациями. Юсупов Теньшот! И его соперник в красном углу, боец. Представитель Кыргызской республики, город Баткен. Вес 71 килограмм, рост 174 сантиметра. Возраст 27 лет. Мастер спорта по ММА. Чемпион Кыргызской республики по ММА. Победитель многократных турниров ВЭР. Профессиональный рекорд. 4 победы, 2 поражения. Представляет команду Fighter KG. Тренируется под руководством Чекирова Кенджибека. Встречаем бурными аплодисментами. Мусаев! Тигр! Адилет! Бойцы, центр!
В этом бою победу техническим нокаутом в первом раунде одержал Юсупов Дильшат! Для награждения бойцов! Для награждения бойцов в октагон приглашается заместитель первого Жоронтнеша Кыргызской Республики Бакиров Бирлан.